Всем привет, дорогие друзья! С вами Кирилл Орешкин и передача «Лучшие реплеи недели». По уже доброй традиции третьего сезона мы не будем стараться показать все номинации, а выберем только самые отменные и качественные реплеи. Так что вас ждет много интересного, вкусного и артиллерия. Ну что, заинтриговал? Тогда вперед на разогрев! Начнем с жемчужной реки. Наш герой – советский средний танк А-44, который, оказывается, очень даже может сойти за аппетитную рыбку. Вы только посмотрите, сколько голодных и кровожадных пеликанов пытаются отхватить кусок от нашего окунька. Однако ловкость и меткость позволяют ему не только выжить, но еще поставить половину вражеской команды в очень непривычные для них позы – клювом в дно. В продолжение разогрева нас ждет рассказ об очень уж хитром малыше. Т-127. Карта Энск, бой протекает стандартно. ЛТ набирает 6 фрагов и остается один на один с вражеским Секстон 2. Естественно, у 127-го возникает непреодолимое желание пополнить свою копилку еще одним легким убийством. Но и тут все стандартно. Выезд, получение урона и ставим арту на гуслю. Ладно, еще раз на гуслю. Теперь-то уж точно все. Хотя нет. Гусля. 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 О, урон. И еще урон. А снаряды-то кончаются. Последний выстрел проходит, но у арты остается одна единица прочности. Теперь на таран. Конечно, многие догадались, что это представление для получения медали Фадина. Вот только на такой исход Т-127 определенно не рассчитывал. А закончим разогрев очень гордой и настойчивой артиллерией. Бедняжка МХ-13 F3 осталась на Вестфилде совсем одна против взвода из двух из шестых, которые уже набили 11 фрагов и мечтают полакомиться 12-м. Но не тут-то было. Наша француженка не намерена просто так отдавать победу. Воспользовавшись нежеланием врагов захватывать базу, арта едет на захват сама. Чуть погодя, враги все-таки одумались. А это значит, что нашу смелую боевую подругу скоро ждет встреча с неприятелем. Арта пытается попасть по противнику на базе вслепую, но, увы, безуспешно. И вот наступает момент X. На горке появляется ИС-6. Сводится, стреляет и рикошет. Арта все еще жива и даже захват не сбит. ИС решает подъехать и разобраться наконец с проблемой. Но и тут ВБР на стороне заведомо более слабого. ИС-6 мажет, арта преспокойно прячется за трупом и берет базу. Вот такая победа. На этом разогрев закончен и переходим к номинациям. В номинации «Снайпер недели» мы покажем вам сразу три удачных выстрела. И чем выше место, тем более удачлив стреляющий. Для начала заглянем на линию Зигфрида, где «Леопард-прототип А» с самого начала боя разбирает соперника за соперником. А потом производит филигранный по точности выстрел в почти уже бездыханного Т-69. Бедняга становится шестым фрагом в копилке нашего представителя кошачьих и первой жертвой в этой номинации. А вот и второй пораженец. ИС-3 и союзный Т-34 пытаются догнать двух ваншотных ИС-8. И вот когда кажется, что они уже ускользнули и смогут занять выгодные оборонительные позиции, ИС-3 производит выстрел. Да какой! Снаряд пролетает между башней и корпусом Т-34, затем под дулом и корпусом того же союзного Т-34, только уже мертвого, и попадает точнёхонько в тушку врага. Посмотрите еще раз. На ходу. Без сведения. Такое ощущение, что снаряд, оказавшись между двух 34-х, загадал желание. И оно определенно сбылось. Новый год как-никак. Но все-таки первое место в нашем рейтинге снайперов этой недели занял кое-кто другой. Карта Эрлинберг – стандартный бой. Игрок под ником Брузако на Т-28 попадает в середину списка и начинает заниматься обычными для ПТ делами. Выбирает позицию и по возможности дамажит засвеченных врагов. Вот только до поры до времени убить никого не получается. Команды идут ноздря в ноздрю, но тут нашему герою начинает переть. Сначала к нему выкатывается ничего не подозревающий ИС,
Затем под горячую руку попадает Т-54Е1 и зазевавшийся 212А. Союзный лев подсвечивает вражеского Лоррейна и тут же отправляется в ангар. Т-28 отчаянно выжимает все свои 18 км в час и успевает убить Як-Пантеру. Но вот незадача. Осталось 15 секунд. Один враг и только совета уже мертвых товарищей и его местоположение. А! Была не была! 6 секунд! Выстрел и... Есть! Победа! За фантастическое везение и отличный решающий выстрел игрок с ником Брузако получает от нас почетное звание лучшего снайпера недели. Поздравляем! Лучшим разведчиком этой недели становится... любой танк на Малиновке. Да, друзья, именно так. Вы часто и активно присылаете в данную номинацию бои именно с этой карты. И проанализировав ваши реплеи, мы пришли к выводу, что тут есть свой очень хитрый алгоритм. Рассмотрим ситуацию, когда вы играете на светляке и появляетесь на верхнем респе. Одной из лучших тактик будет отправиться в квадрат F5. Находим нужные кусты и стоим. Все, больше делать ничего не нужно. Затем дожидаемся, пока союзники по вашим разведданным набьют 5-7 фрагов и меняем позицию. 5 секунд экшена, доезжайте до следующих кустов и... стоите! Но это еще не все. Что если вы играете на тяже, но в душе вы светляк? Для тяжелых и средних танков тактика игры на Малиновке с верхнего респа выглядит вот так. Начиная бой с нижнего респа, тактика будет выглядеть иначе. Для светляка это все те же кусты на F5 и смена позиций при 5-7 фрагах. Но здесь есть варианты. Например, можно обойтись без зубодробительного экшена и... просто стоять. Все другие танки могут попробовать светить вот так. В общем, друзья, мы искренне хотели дать голды всем разведчикам с Малиновки, но поделив количество золота на количество реплеев, получилось где-то полголды на человека. Так что просто переходим к следующей номинации. Защитником этой недели становится игрок с ником MC Кеша на 140-м объекте. Вообще, все сражение он действовал очень грамотно и аккуратно, и подобные комментарии займут время всего боя, поэтому подсократим. Стоп, пока больше похоже на воина, но вы только посмотрите, что он вытворит дальше. На захвате целый Т-30, а у нашего героя 300 единиц прочности. Лопнет даже от фугаса. Выходить в лоб совсем не вариант. Остается последнее средство – брать врага измором. Прикинув, что в прошлый раз его видели на ЖД, 140-й отправляется к базе со стороны зеленки. А вот и захватчик, который пристально вглядывается не в ту сторону. Один точный выстрел и по газам. Пока противник поворачивается и сводится, СТ успевает сменить позицию и еще раз наказывает неповоротливого американца. Еще подсвет и еще удачный выстрел. Но это не повод расслабиться, пора переезжать. Наш защитник колесит по карте в поисках удобного места. И тут полоска неожиданно сбрасывается, а потом снова начинает заполняться. Почему? Не ясно. Может, соперник решил поехать в атаку, но увидев в чате комментарий по этому поводу, передумал. Ну или просто поворачивал башню и слишком сильно ударился рогами о вагон. В общем, пишите ваши варианты в комментариях с тегом «почему-то 30 бросил». А мы вернемся к СТ. Наш герой умудряется еще раз безнаказанно сбить захват. Прикинув, что времени на объезд хватит, 140-й решает и вовсе сменить фланг. Противник ваншотный, хорошей подвижностью не отличается, так что, как гласит новая пословица, пока Т-30 повернет, СТ три раза провернет. Может, даже до характерного щелчка. Удачный зацвет. Выстрел! Ах, без урона. Ладно, хоть захват слетел. Время есть, так что лениться наш герой не стал и сменил фланг еще раз. Да, весь этот длинный крюк обратно, как только терпения хватило. Ну, хотя бы ехал не зря. Выстрел в уязвимый борт, не пробил и даже захват не сбил. Неловкая ситуация. Т-30, видимо, приходит к выводу, что ему наконец-то поперло и решает поперечь вперед сам. Но в многострадальную башню тут же прилетает очень весомый контраргумент.
140-й наконец-таки зарабатывает победу. А еще 9 фрагов, 409 очков сбитого захвата и звание защитника этой недели. За наглядную демонстрацию принципа «Порхай как бабочка, жаль как пчела». Поздравляем! Ну вот и пришло время нашей главной рубрики «Лучшие реплеи недели». Сегодняшним победителем стал игрок с ником Lucivarian на Crusaderi SP. Вы не ослышались, это арта, которая еще задом ездит быстрее, чем передом. Конечно, я очень скептически отнесся к этому номинанту, когда отбирал реплеи для передачи. Арта, да на такую номинацию, настрелял небось вслепую или везло на пробитие, но бой я решил все-таки посмотреть и не пожалел, а дело было так. Утес. 6-7 уровни. Наш герой особого внимания сначала не привлекал. Стоял себе, постреливал, поддерживал товарищей на флангах. Снарядов в эту самоходку загружено много. Так что работать по пропавшим из-за света противникам можно без боязни растратить боекомплект раньше времени. Обе команды примерно с равным успехом перерабатывали друг друга на металлолом. Crusader старался помочь по мере сил, но несмотря на 5 фрагов, переломить ход сражения не получалось. Союзники превращались в груды обломков один за другим, и вскоре наш герой остался один против четверых. Ехать топиться далековато, да и не по-мужски это, отдавать врагу победу без сопротивления. Остается сражаться до последнего. Аккуратный выстрел по Су-152 особого урона не наносит, а вот Лоррейн, подкравшийся с тыла, вполне в состоянии закончить бой без промедления. Но, к огромному сожалению француза, ковбойскую дуэль он проиграл, да и в ближнем бою забрать англичанина не вышло. Одиннадцать очков прочности – это совсем не серьезно. Самоходка может развалиться, просто если мехвод решит сесть поудобнее. Но разве это может остановить настоящего бойца? Нет. Аккуратный засвет. Сведение из-за кустов. Выстрел. Перелет. И скорее в укрытие, раз задний ход позволяет этой лихой боевой тачанке гонять с такой скоростью. Томительное ожидание противника. Засвет. Попадание. Еще 200 хитов списано. Теперь главное – закрепить успех. Выжидать сейчас – оправданная необходимость. Чуть вылезти, засветить, стрельнуть. И еще 100 урона. Откатываемся для перезарядки и слышим то, что в такой ситуации противнее, чем гвоздем по стеклу. Сирена оповещает о начале захвата нашей базы. Но беда не приходит одна. И вот уже вражеский хумель норовит закончить бой. Выстрел и промах. Живем. Лови ответ. Тоже мимо. Ладно, расслабляться некогда, тем более, когда рядом валятся деревья. Ждем. Есть. Су-152 отправлен на покой. Продолжаем в том же духе. Еще 2 врага и почти наполовину захваченная база. Нужно выйти на огневой рубеж. Есть засвет неприятеля. Прицеливаемся. Сводимся. Сводимся. 99% захвата и выстрел. Да! Сбиваем захват, а заодно и минусуем Арла почти на 200 хп. Секундный передых, и враги пропали из-за света. А захват базы уже полным ходом идет по новой. Выстрел вслепую. Мимо. Ничего, время есть, и нужно увидеть врага. И мы его видим. Тот самый недобитый Арл решил идти сражаться и выехал на свои похороны. Теперь один на один. До базы не успеть, а вражеского хумеля не видно. Но нет, вот же он. Нужно просто попасть. Да! Победа! Вот это да! Crusader SP оказался в почти безвыходной ситуации, но воля к победе, грамотная игра и всемогущий ВБР помогли игроку с ником Lucivarian победить в категории «Лучший реплей этой недели». И на этом у меня все. С нетерпением ждем ваши реплеи и комментарии. Пожалуйста, присылайте ваши интересные бои на сайт whatreplays.ru. Ну и не забывайте подписываться на наш канал. С вами был Кирилл Орешкин. Всем спасибо. Всем пока.